Так, анекдот на щекотливую тему. Поехали. Анекдот на тему, что если в еврейской семье жена изменяет, что делать мужчине? Начинаем с анекдота, а потом продолжается тема по еврейскому закону и по всем статьям, что делать мужчине, когда она изменяет. Вот она уехала в командировку, приехала, и прямо с дверей ей ребенок говорит: «Мама, мама, ты не представляешь, папа привел какую-то женщину, и они там выпивали, а потом пошли в комнату что-то делать». И она ему говорит: «Не надо дальше рассказывать, папа придет, папа, вот тогда ты расскажешь». Собрала все вещи, папа пришел, она ему говорит: «Ну скажи, скажи, скажи папе». Он говорит: «Мама, папа, я, говорит, мама, тебе хотел сказать, что когда папа был в командировке, он делал то же самое, что пока ты, когда уехала, когда он был в командировке».